Сегодняшний выпуск для тех, кто хочет научиться слайдить. Magic не только эффективный слайд, его используют для экстренного торможения, либо для расслаживания колес. При покупке на колесах есть пленка, увеличивающая сцепление. Начинать тренировку нужно стоя на месте. Широко расставляем ноги. Передняя нога почти прямая, а заднюю сгибаем в колени. Колеса должны касаться покрытия внутренней стороной, а колено задней ноги наклонено вовнутрь. После того, как это положение стало привычным, пробуем на скорости. Есть два выхода на Magic – из соула и из пауэр-слайда. Перед заходом в слайд поставьте руки параллельно движению. Сильно приседаем и резко выводим одну ногу вперед, перпендикулярно движению. Выводить ногу нужно по небольшой дуге. Заднюю ногу разворачиваем и ставим параллельно передней. При этом оба ролика скользят на внутренней части колес. Не забывайте менять колеса местами по мере износа. Хорошего вам асфальта и уверенного торможения!